дорогие мои подписчики и гости моей странички. Вот такая гора швейных планов у меня на эту неделю. А теперь по порядочку. Я уже недавно говорила, что я собираюсь шить брюки из эко-кожи. Наконец-то у меня появилось для этого время, и я займусь этим процессом. Смотрите, какой у меня будет замечательный ремешок. Вот с такой вот чудесной пряжечкой. Все помнят бомбер, который мы шили недавно на марафоне? Так вот, у меня осталось ткани ровно на юбочку. Поэтому я докупила подкладочки и буду шить прямую, классическую или, может быть, какую-нибудь другую юбочку. Джинсы? Вы спросите, зачем же тут джинсы? А это уже следующий швейный марафон, где мы будем шить корсетные платья и не только. Для этого у меня есть вот такие вот красивые тканишки, кружево, ленточки, косточки и так далее. Но об этом чуть позже. Всем хорошего. Много брючек не бывает. А вы знаете, почему одни шьют и любят носить брюки, а другие находятся в постоянном поиске идеальной выкройки? Говорят, ну конечно, у тебя же идеальная фигура, тебе все подходит. На самом деле идеальной выкройки не бывает. Поэтому берите любую базовую основу брюк, которая более-менее понятна вам с точки зрения конструирования, шейте макеты, вносите корректировки в соответствии с вашими данными, делайте правильно БТО, и у вас будут идеальные брюки. Желаю вам творческих успехов и хорошего дня! А теперь рассмотрим модель брюк, которые я планирую сшить. Итак, брючки из эко-кожи, не широкие, не узкие, не в облипочку и не слишком прямые. В области бедер небольшая свобода для того, чтобы, когда рука была в кармане, здесь все было комфортно, ничего не тянуло. Брюки с высокой посадкой, слегка укороченные и слегка зауженные. Здесь вот либо защипы, либо выточка, я посмотрю, что больше будет симпатичнее смотреться. Карман с подкрайным бочком и сзади либо карман в листочку, либо в рамку, либо один, либо два, посмотрю, как будет смотреться. Вот такая вот модель брючек. Начинаю кроить брючки из эко-кожи прямо от ткани. Если вы тоже мечтаете о брюках из эко-кожи и хотите попробовать их сшить сами, наблюдайте за новыми видео или пишите в комментариях «Хочу курс». Желаю вам творческих успехов. До скорых встреч!